Слушайте, Тимбер Керри, получается. Серьезная заявочка. Ну ладно, ладно. Добро, да? Так, нападает на Фишмана. Фишмана поймали. Минус Фишман будет. 1-0, пацаны. Ну, первую птичку поймали. Хотя, подожди, есть, есть, да. Во, мясорубка-то на линии на это, а? Такая, и Мирослав, брейнсап там есть. Но нажимают стики, разворачиваются. Пошли на Фишмана. Фишман брейнсап кликает, соберлает. Вперед, убивает Мирослава, но здесь также умирает Фишман. Вот движуха-то, а? Можно Тоби пролупить немножко для профилактики, да? Да-да-да, не то, что для профилактики, сейчас убьют просто, ребят. Его сейчас убьют. Ну, я туда, блядь, что, иди отсюда, Каталомия. Я тоже! Если бы он его сейчас не убил, это пипец был бы. Но так он его убивает. А там Соберлайт помер. У него 3-0-1, если что. Так, к слову. Пацана просто 3-0-1. Да он идет, Мирослав, что вытворяешь? На Соберлайт, топоры, где? Топоры! Но! Хорош, Мирослав. Ну прям... На опыте получается. Я вот, ну, продолжаю восхищаться вот этим сетом, вот этим нюансом, типа, сзади дерево и крест красный на дерево. Ой, хорошо, как обрывается. Кусь, 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 Соберлайт. Не вывозит это количество урона. Тут было прям близко, но он хотел прям на краешек. Это вот на Марсе. Марса вот в этом плане нужно прям чувствовать. Вот так вот Ронт прыгает. Под мортирку, под рор. Ой, хорошо, продлевают стан. Бля, Найтмэр это проклятый клэпочек, ну... Ну что это за гений, а? Ну что это за гений, скажите, пожалуйста, мне. Откуда они? Чемпионы мира. И собер... Ой, собирал это Фишмана, поймали еще. Найс. А тут что? Штормер. Мирослава убил, что улетит просто? Нет! Коллапс! Контролит кентаврюсиком своим. Нормально, нормально. Паскуда тварь забирает его. Крипануем. Начинает спириты бить рошикам. Арена какая хорошая, это Ронда исправляется, там есть курса. Курсу пока что не прокликивают, Штормера нужно забирать, когда стоит физгриф, физгриф. Ну... Блин, Торонто что, умрет что ли? Не надо, не надо, не надо умирать, почему Cold Embrace туда? Именно дали в итоге минус Торонто, минус... Мирослав, но я Тора забрал рошиком. А такой онлайн... Ну сейчас точно не реален. Так, там арена, там копье, по Каталоме, Каталоме в смерть, таверна отправляется, минус 3-3 вышечка падает, там работает мартирит, Тор бьет сюда, отступает, милишный барак лупит у нас команда Team Spirit. В общем, есть контакт, Найтмэр вешается пока что на Ятора, но и милишный барак ломает команда Team Spirit. Есть коннект. Здорово, Александр, здравствует, у нас нажимается шейпшифт. Побежал Тоби, кастует Физрепьетор, но у него же Аегис. Ну все, пошел процесс, да, убили коллапса. Сейчас, сейчас будет что? Сейчас будет копье по таймингам, и Тора тормозит. Снимите кто-нибудь таймер, ну вы что? Ну что это такое? Снимите, Фишмана убить. Фишман! Живет, ну, нет, и Тора даже Аегис не отдал, хотя минус 2 сделали, да, например, Энти сейчас. Пятерочка до 200. Доделаем уже на этой карте, и я думаю, что на эту карту нам хватит 200 лайков. Так, ну попер Итора, бит Собервайта, башка не хватает, Итора надо бы башку, конечно, себе приобрести, что меня запрыгивает. Ой, неприятно, но Итора прямо полет нажимает Enrage, там есть рор, но коллапс справляется с таверну, спириты, вот, вот поэтому они не пошли на хайграунд, именно поэтому. Быстро рошек падает очень. Торонто запрыгивает, неплохая арена. Быстренько Фишмана сбривают. Очень неприятного героя. Аегис поднимает Етора. Шарт Етора тоже забирает. В общем, все, у Спирита все нишки не снимают. Курса тормознули, собирают. Етора еще без башен, но есть руор. И за время рора нужно убивать. Убивает. Етора 3 букил, если что. Теперь 3 вышка у нас Етора. Так. Тосик полетел, Ятора нажимает Enrage, есть по нему ветра, неплохо, есть по нему Nightmare еще. И Финсгрип дает, Enrage КД, 6 секунд, но Aegis даже снимет, возможно. Ну подожди, Aegis не снимается, Мипошка, что по Cold Embrace, дай Cold Embrace, дорогой. Не нажимает у него, Мипошка умирает, убивается Aegis, Ятора, Мипошка выкупается, возвращается обратно, вылетает там на вампост, долго очень будет идти, Ятора, Enrage есть. Рейдж, кусь, 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 бота чуть не убил. Торонто прыгает сюда, Етора, печеньку на ХГ его закинуть.
Вот вон, друзья, и Урса против Керри Тимбера была сейчас, вы все видели. Таранта запрыгивает, у него аж это было за мортира. Ладно, мортира в курсу не самая лучшая идея. Настакивает эту пассивочку, настакивает, штормер сюда, сюда также еще и Катаоми. У Ятора 12-1-4, вот такие вот у него показатели на этой карте. Три тора залетает на Саберлайта. Есть кил по нему. Забирает Саберлайта. Минус Котоми, минус Фишман убивает его. Дальше на Штормера, но там уже все. Сдается команда Entity. Понимает, что здесь уже шансов на переворот нету. Ну и в итоге, ребят, уверенная карта была. В общем, это Балакири, ребят. Что могу сказать? Жаль, конечно, этих добряков. Что это такое? Ой, что, Фишман наблюдает сейчас? ФБ будет? Мирослав, до конца, хорош, убивает, но 30 хп, там Феррик еще имеется. Ему лучше умереть вообще-то. Да, ему лучше умереть, но он не хочет умирать. Лично я в Баланаре вижу больше потенциала, в принципе, чем в Тимбере. На коре, именно. Но... Ладно, слушай, ночь, неприятно, коллапс-то, похоже, умрет. Там телепорта свыше какой-то был, да, Торонто прилетает, не-не-не, Торонто не доставал. Не надо. Арена. Ну вот, например, на Фишмана. Минус Фишман. А, типа что... Не, ну я читал, что он говорил про Свити Стронга, да. То, что, типа, будущее Доты и все остальное. Так, Торонто горит. Умирает Торонто у нас. Штормер. Бласты полетели. По Штормеру еще будет Старшторм. Двойное. Тих падает, но этого мало. Так, там врыв, слышу. Арена, копье, без копья, потому что собирает его Сайленс. Копье будет, но оно его не пригвоздит, собирает без ультимейта пока что. Тут бегают спириты, спириты просто кружат-кружат, да, Катаоми пытается догнать, но собирает без ульты, поэтому, ну и без ночи. Неудобно в погоню идти, Тоби нажимает шейп-шифт, забирает мипошку, бегут на Мирослава. Мирослава можно остановить, но липается хорош. На ХГ кентавр достанет ликвепом. Нет, не достал, все, ушел. И, ребятушки... Мне немножко страшно спиритов становится. Хотя, блин, Саберлайт с Сайленсом, блин, копьем попасть. Попал, хорош, убить первый раз его. Ну, молодцы, быстро Эгис снимают они. Так, тут Саберлайт пытается убежать. Есть рор, тормози, хватит ли урона, хэнсов год нажимается. А у Чена Мекки маны не хватает. Курса ставит с курса, бьет его Тоби. Но что будет потом? Ятор на Саберлайта пробивает. Мекки хватило маны, но Саберлайт уже умер. Ну, ресурсов много дали спириты сейчас, это проблема. Много ресов поотдавали, Ятор разворачивает, Тоби нажимает, шейпшифт убегает. Все, отошел, там Дракоша работает по Ятору, умирает Фишман, минус 2 сделали. Забирают Торонто, здесь Тоби начинает Грейс, Мирослав, лип один имеется, в кусты, телепорт, хорош. Включаются на коллапса, коллапс умирает, Ятор остается один, рейс 6 секунд, он 20 стиков, телепорт, блядь! Стики не нажал перед ТП, поиграл с армлетом, но не хватило. В итоге они убили Саберлайта, но Саберлайта дали слишком много кнопок. Ну а если спириты сейчас выдохнут и все будет правильно делать, то... Просто нужно время тянуть и все. Но здесь Саберлайт врывается. Полетел Саберлайт. В бой. Минус Мирослав. Мипошку также сюда. До свидания. Даблкил делает у нас Мипошка. Ой, Саберлайт. По Мипошке, по Мирославу. Еще нападает также и на Торонто. Начинают сыпаться спириты. Вот этого нельзя было делать. Вот это категорически запрещено. Торонто. Арену. Глубоко пошел Торонто. Рискованно очень. В итоге просто его взорвали. Шлепнули. Cold Embrace свяжется на коллапс. Коллапса захилили. Собирает, хочет пойти мипошку накрыть. И он накроет его. Убьет. Красавчик. Здесь минус 3. Смогли убить только одного Катаоми. А там еще поумирали все. Пиздец просто. Вот других слов нету. Минус 5. То, что с Мираной. Мирослав, ё-моё. Осторожнее. Арена слушай была использована на Саберлайт, он нажимает ночь, разворачивается, начинает героев просто лупить. Минус мипошка, Торонто, блинк, 6 секунд КД, телепорт КД. И попер Саберлайт, садает крипа, его отталкивают копьем, неплохо, кстати, но Торонто просто все. Прижали его спиной, отступать некуда. Ой, а тут что такое? И я то... Не, они плыли все, пацаны, они же плывут. У Entity. И падает сторона. Там и бот ломают. Посмотри, что происходит. Мипошку цепляют. Тосик, бац, бац. Это харбац. И это...
Минус мипошка. Страна рухнула. Вторая сторона тоже падает. Минус две стороны. Вообще-то. Тут собирает без... без Эгис, хотел сказать. Но с БКБ успевает нажать. Реакция у него все хорошо. Получит, конечно, урор, но... Команда здесь. Здесь уже даже не собирает, а Тини больше угрозу представляет. Минус 2 делается, 2 безответные просто-напросто. И в итоге Рора сейчас не будет. Да и все, иди заканчивай. Вперед в песни, поперли. В конец. Ломать базу уже. Так, а тут Штормер ставится арена копье. Замечательно, Ятора пытается убежать. Ятора бежит, играет с армлетом. Ну, классно. Видим, что умеет Ятора играть с армлетом. Ну, пускай играется. ГГ, все. Без шанса, вторая карта за командой Entity, да. Опять же, пики необычные у Entity. И они не перестают удивлять всех нас, весь вообще, в принципе, мир Доты, да.